Педагог из Чувашии победила во всероссийском мастер-классе учителей родного и русского языков. Награждение состоялось в Москве. Конкурс среди педагогов проходит уже в 13-й раз. Его проводит Ассоциация учителей родного языка совместно с научно-исследовательским центром национальных проблем образования. Чувашу на этом конкурсе представляла воспитатель 203-го Чебоксарского детского сада «Непоседы» Олеся Краснова. Талант и профессионализм, нестандартный подход к теме. Лучшие педагоги страны демонстрировали свои навыки на специальных уроках. Олеся Краснова обучала чувашскому языку для наглядности в национальном костюме. Быть на одной волне с воспитанниками, уметь их завлечь в образовательный процесс. И это один из секретов ее успеха. Правильная расстановка акцентов. Сначала слушать и слышать, потом понимать и говорить. Для убедительности важно использовать ассоциативный ряд. Каждый человек должен знать свои корни, свой родной язык. Я татарка, я знаю свой татарский язык. А дети, которые чуваши, они должны знать свой родной язык. Поэтому с этой целью в нашем дошкольном учреждении работает два педагога дополнительного образования, которые детям преподают чувашский язык. На обучение родному языку согласны большинство родителей. Знакомиться с ним дети начинают с 4-летнего возраста. Наталья Мальчикова, Республика.